Здравствуйте, друзья, с вами Декат. Мы на канале По Скайгерл. Мы продолжаем смотреть, как Бен реагирует на боссов FNF Friday Night Funkin'. Ставьте лайк. Бэнь, да? Кто у нас? Соник! Здорово, Соник! Ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь, жмите колокольчик. Ссылка на оригинал внизу в описании. А также не забудьте на всякий случай подписаться на Телеграм и Яндекс.Зен. Внизу тоже ссылки. Пока YouTube не заблочили и еще есть время. Ну, поехали. Итак, бэнь. Ох ты, господи. Слушай, ну мне кажется, здесь лучше сказать yes, потому что он какой-то сварливый. И вообще какой-то он дерганый. И вообще опасный парень, да? Ты же согласен? Ты же суровый, прагматичный песик. Ты должен понимать, что сейчас опасно вообще говорить no, поэтому... Мне кажется, это худший вариант из всех, чувак. Ну да ладно, ты рискнул, хорошо. No, да? Ну вот он теперь кореша прислал, доволен? Сейчас ты будешь... Вот это вот свое, да? Как я чувствовал? Ну, неплохо он с ним разобрался, Бен. Я тебя недооценил. Твои химические способности прям помогли. А что это за версия Марио такая? Не надо, ну не надо, ну, дружок, ну. Ужас. Слушайте, Бен вообще не церемонится. Никого не боится, ни с кем не церемонится. Всем даст отпор, ему палец в рот не клади. Ну, вот это, конечно, испугало, да? О, смотри-ка, прогнулся-таки. Прогнулся-таки. Так, вот такого Соника Экзема уже видели. Красавца такого. Хо-хо-хо, ну чё? Ну, ну ладно, ну так ну. Что будет? Главное, он так подставил подбородок, типа, ну давай, ударь меня, я тут вот тащусь, давай. Садомазохистичный Бен. Да, здорово. Так, а это, в общем-то, Маджин Соник. Также известный как Игорь Верник современности, судя по лицу. Унизили. Унижен. Унижен и оскорблен. Прям как по Достоевскому. Ну, что поделать? Что поделать, Соник? Терпи. А у нас новая порция. Новая порция боссов Friday Night Funkin. Поехали. Здорово. Ты должен был сказать сейчас, Бен. Говори. Да ладно, ты должен сказать ты бы тогда вообще бы четко одновременно бы это сказали. Это жалко, что Поу Скайгерл не додумался, не додумалась. Так. Разумная реакция. Тут соглашусь. Разумная реакция, да, ничего не попишешь. Чувак, мы тебя уже видели. Какой-то из таких анимаций. О боже. Ну да, такой, после такого самое время бухнуть. Когда на такое посмотришь. Что еще делать? О, а вот сейчас ты сказал да? Давай. Давай. Да ну не ня-ня-ня-ня, какая ня-ня-ня-ня? Ты можешь сказать ты можешь сказать Тебе почему говорить, скажи Что это? Че, мы снова встретились, ты голубоволосый хрен. Ты, может, раньше и убежал, но... Теперь твоя жопа под прессом. Нифига. Что, думали, если вы это переживете? Нет, мы не думали, что мы это переживем. Смотри, ты какой-то депрессивно настроенный, не оптимистичный. Ну окей. Что ты язык показываешь? Все, заткнулся, угомонился. Отправляйся там дальше, что называется. В танк свой залезай и вперед. Он тебе уже все ответил. В общем-то, а тут надо как бы прорекламировать кого? Самого персонажа Поу Скайгерл, правильно? Вот. Теперь на канале Поу Скайгерл нужно пореагировать на Скай, я считаю. Согласен. Да, согласен. А вот тут не согласен. Да, поддерживаю. Я тоже так думаю. Ну... Ну хорошо, ладно. На твоей совести этот ответ. Я, кстати, вот такой вот анимации не видел в этой игре Кот и Том новости. Там надо было их как-то, видимо, покрутить туда-сюда, да? Вокруг своей оси. Ох ты. Подросла. А откушалась на пирожочках, я смотрю, таких. Ты тоже, да? Ну понятно. Любите покушать, сразу видно все.
Да успокойся ты, это не так уж и страшно. Вот это я уже видел миллионы раз. Это... Мне кажется, это ноу. Ноу, чувак. Да ты больной. Для тела маленького Хаги-Ваги, да? Что за трэш? Что это? Что это, Бен? Ты с кем ты водишься здесь? Согласен. Да, ну, тут прям вот не убавить, не прибавить. Соник Экзе и другие Соники. Ну, это yes. Если жить хочешь, то это yes однозначно, мне кажется. Yes, да? Ну, ну. Рисковый ты парень! А это из какого мода? Красиво! Стильно! Молодежно! Sonic XZ прям эволюционировал. Ой, что такое? А что ты там держишься за... То ли за локоть, то ли за пипиську свою вижастую? Бескультурщина. Вообще отвратительное поведение, Бен. Так. Ну что, как ты оцениваешь этого красавца? Надо с ним выпить. И все разногласия пройдут, да? Или не пройдут? Понятно. Это ему просто яблочный сок, не свежий по посылке. Невкусно, да. А тот персонаж ему очень даже понравился, возможно. У тебя голова еще не кружится, нет? Yes. И он такой. Опа, 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 опа. Ну-ка. Понятно. Ну, извини, Соник Экзе, извини. Он всегда к тебе относился немножко так себе. Я с ним пару раз разговаривал на эту тему. Вот как-то вот ты... Не в восторге он к тебе. Пинки Пай, My Little Pony, все дела. Поехали. Ох, нифига. Тебе аж прилетело, да? А неплохо поет, слушайте. Неплохо поняша распевается. Опа, опа, опа. Давай, давай. Это же Пибя. Что думаешь про Пибю, друг мой? Ну, рассказывай. Про Пибю он хорошо думает. Молодец. Так. Самое время прибухнуть, как говорится. Ой. Ну, бывает, бывает. Ну, по-моему, это да, однозначно. Такая милая девочка с бензопилой, что может пойти не так? Конечно, да, конечно, да. Yeah. Да, красавчик. Все правильно. Это из какого мода? Это же бойфренд в виде MLP. Прикольно. No. Да ладно тебе, что? Прикольно же. Это вообще топ, да? Это же Sky, это же Sky. No. Канал у нас называется Sky, нет? Нет? Вот так вот. Yes, да, вот. Жан-Клодушка Ван Дамушка тебе показал, как надо к Sky относиться. Вот чтоб знал. Чтоб знал, мохнатая ты падла, понял? Отныне и впредь, как говорится, будешь аккуратно себя вести. В общем, вот такие вот дела, вот такие вот персонажи, вот такие вот оценки от Бена. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик. На этом мы завершаем. Ссылки на оригинал внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.